Здравствуйте! В сегодняшнем фильме я буду реконструировать события, происходящие до глобального удара и потопа по нашей реконструкции, которые произошли в конце 16-го, начало 17 веков. Но этот вопрос точно мы еще не установили. Скорее всего, хронологический сдвиг этих событий на 100 лет вперед. То есть конца 17-го, начала 18-го. Но пока, опираясь на датировки официальной истории, мы их считаем концом 16-го, начала 17 века. Итак, мы будем рассматривать территорию, которая по нашей реконструкции является областью, или как мы ее назовем, губернией большой глобальной державы, метрополии. Сегодня эта глобальная держава всплыла из тени истории в виде карт и упоминаний о ней под названием Тартария. Хотя многие ученые ее называют по-другому. Например, Валерий Чудинов называет глобальную метрополию Русью Яра. А альтернативные историки Носовский и Фоменко в своих работах «Русь и Рим. Новая хронология» назвали ее просто Ордой. Но немножко они смысл переиначили, что это было военное образование. А нет, это было все-таки государственное, а точнее державное образование. Так вот, ее губернию, которую мы будем сегодня рассматривать, мы назовем для начала Византия. И находилась она на территории современной Малой Азии, Балкан, Причерноморья, части Ближнего Востока. То есть, как мы поняли, все вот эти вот образования губернии или области находились в районе какого-то водоема. Так вот, северо-западная губерния, которую мы назвали в прежних наших работах Балтийской, со столицей в городе, которого названия мы сейчас не знаем, но называется сегодня он Санкт-Петербург. Как мы уже говорили, он был затоплен после потопа и удара и находился под водой, почему и сохранился. Так вот, эта северо-западная Балтийская губерния охватывала побережье всего Балтийского моря. А губерния, которую мы рассматриваем сегодня, она охватывала все побережье Черного моря, ну частично и Средиземного на Балканах. И с юга полуострова Малая Азия охватывала также Средиземное море. Столица сегодняшней нашей рассматриваемой губернии был Царьград, впоследствии переименованный в Константинополь. Как это произошло, я сегодня вам попытаюсь рассказать. Управлял этой губернией, мы его назовем Василевс. Царь, князь, хан, как и во всех других губерниях. И подчинялся он напрямую царю царей, правителю метрополии Тартарии, который находился в своей столице где-то на востоке Евразии. Но это дальнейшие темы наших исследований. Пока мы этот факт просто констатируем. Василевс этой губернии сам выбирался из элит этого второго высшего сословия, князей, царевичей, ханов, тех княжеств, царств и ханств, которые входили в состав этой губернии. Также еще хочу заметить, что выбирался он не только из действующих царевичей, ханов и князей этих княжеств. Был, видимо, большой круг второго высшего сословия, который на момент, допустим, выборов он мог не быть никаким князем или ханом, а мог просто быть причислен к этому кругу и занимался другой деятельностью. Но также всплывает еще интересный факт. Это типа стола короля Артура, стола 12 рыцарей, в котором по переменке каждый председательствовал. И вот такое вот управление мне кажется все-таки более близким к реальности. В Турции, в городе Бодрум, есть вырубленный в скале стол, в основной достопримечательности этого города, в крепости. Он вырублен из скалы, называется, кстати, столом короля Артура. Где король Артур в Англии и где стол короля Артура в Бодруме. Но это опять дальнейшее исследование. Наличие такого стола из 12 говорит о том, что реально губернией управляло 12 представителей второго высшего сословия. И один из них, видимо, выбирался на какой-то срок председательствовать. Хотя все они выбирались, опять же, как я сказал, из представителей князей, ханов, царевичей, царств, ханств, входящих в ее состав. Ну, примерно так вот это выглядело. Почему я начал рассмотрение частей губернии и областей глобальной метрополии Тартарии именно с Причерноморской губернии, которую мы сейчас пока называем Византия? Дальше мы в ходе нашего видео название сменим.
Потому что в этих местах зародилась новая религия, а соответственно идеология на основе этой религии, которая и была причиной всего европейского мятежа. И именно она пришла на смену ведизму, который господствовал в Тартарии, в западных областях Евразии. Эта религия зародилась как светлая, благая, жизнеутверждающая, но не религия, а, видимо, культ течения народа, возвышающего, почитающего одного человека. Кем этот человек был, мы с вами сейчас рассмотрим. Но смысл в том, что эта религия, возникшая в глубинах именно народа, была подхвачена после гонения определенных элитой этого народа за, опять же, эту же религию самой элитой. Вернее, она гоняла культ, а от религии этот культ сделала сама элита в своих целях, используя несенное людьми добро, которое делал тот, кому этот культ был посвящен, в своих целях. А цели у элиты были одни – это обоснование своих притязаний на власть как данных Богом и передачу этой власти по наследству. Об этом мы не раз с вами говорили в наших фильмах «Гибель Тартарии» и «История Великой Тартарии». То есть зародившийся культ почитания одного человека за реальные его благие действия и страдания был превращен элитой из народного в свое идеологическое оружие, которое было направлено на захват власти в демократической фактически метрополии, где эта власть выбиралась. А второй задачей этой выделяющейся элиты было подчинение всего народа себе и присвоение продуктов его труда опять себе. Эта элита хотела просто отделиться от всего остального народа. Почему так происходило? Потому что в Тартарии было три высших касты. И все государственное устройство, идеология, сама же религия, ведизм была направлена на защиту интересов этих трех высших каст. То есть первой высшей ведической касты крестьян, собственников земли и основных производителей всех материальных ценностей. Вторая каста – это были управленцы, которые выбирались в течение жизни, при жизни из представителей первой касты. Также во вторую касту входили военные, воины. И третья каста была каста волхвов. Все остальные ниже этой касты были или приезжие гастарбайтеры, или сами изгои из этих трех высших каст, так называемые шудры. Но их было, видимо, достаточно немного. Общество находилось в равновесии. А вот элита, зародившаяся в верхушках второй высшей касты управленцев, хотела, простыми словами, стать аристократией. Хотела эта элита власть оставить за собой пожизненно и передать ее своим детям, соответственно, и накопленные капиталы. Для этого вот этой вот элите нужно было отделиться от остального народа, разрушив все эти три высшие касты, сформировав две. Это тех, кто имеет, и тех, кто на них работает. Представляете, что им нужно было сделать? Забрать землю и собственность у представителей первой высшей касты крестьян, придумать механизм отъема у них продуктов их труда и отделиться от них так, чтобы в их не касту уже, а аристократический круг никто попасть не мог. То есть разделить общество на две группы. А верхушкой этой отделившейся аристократической группы должен быть монарх. Скорее всего, у него был основной пункт интересов во всей этой ситуации. То есть образовавшийся среди этой группы лидер. Он хотел абсолютной власти. Всем остальным членам этой группы он давал аристократическое происхождение. А все оставшиеся должны были на них работать. Еще раз напомню, что государственное управление, либо державное управление самой метрополии Тартарии предусматривала политическую систему, которую мы сейчас называем демократия, то есть выборность. Всех выбирали, как я уже говорил, из представителей первого высшего сословия крестьян во второе, на срок там, 12 лет дюжит, либо еще как-то, но была система выборности. Плюс в самом втором высшем сословии управленцев тоже была своя иерархия, и от мелкого председателя поселкового совета представитель второй высшей касты мог стать князем
а потом и царем. Ну, в подчинении царю царей, который находился в Тартарии. То есть, что я хочу сказать? Такие явления, как греческая, римская демократия, новгородская демократия, которые мы знаем из учебников официальной истории, и есть отражение в ней реального устройства самой метрополии. Устройство было, как я еще раз говорю, демократическим. Теперь рассмотрим географию этой губернии со столицей в Царьграде. В ее состав входила Северное Причерноморье и Крым, часть Балканского полуострова, большая часть, то есть современная Болгария, Югославия, на юге Греция, все входили в ее состав. Основой ее был полуостров Малая Азия или Анатолия. Также в нее входили какие-то земли на Ближнем Востоке. Может быть, то, что сейчас называется Сирией, скорее всего, то, что сейчас называется Израилем. По Египту я пока сказать ничего не могу. Ну, мое мнение, что Египет позже был присоединен уже к Османской империи, но это другая история. И земли Египта ходили в соседнюю губернию, Средиземноморскую. О ней я попытаюсь рассказать дальше. Какие же княжества входили в состав этой губернии? Скорее всего, входила всем известная Валахия, входило Болгарское царство или княжество. Входила так называемая Подолия, это то, что сейчас называется Малороссия или Новороссия. Входило Крымское ханство, входило княжество сербское. Насчет Венгюгры вопрос спорный, куда она входила. В состав Московской губернии или в состав вот этой Средиземноморской мы будем дальше выяснять. Также понятно, что входили земли современной Сирии, там Иордании. Сирия, скорее всего, была царством. Но вот теперь вопрос интересный Израиля. Израиль, скорее всего, тогда существовал. Оттуда же были и всем известные книжники. И существовал он, видимо, на той же территории, на которой он существует и сейчас. И, видимо, религия в нем была уже другая. Может быть, даже изначально другая. Так что, кто говорит, что иудаизм появился раньше христианства, абсолютно прав. На тот момент в этой губернии со столицей Царьград был ведизм в виде какого-то греческого культа, так как все это... История этой губернии сейчас нам известна как история Древней Греции, но в ней существовал инорелигиозный регион, так называемый Израиль. На самом же полуострове Малая Азия или Анатолия существовали такие княжества, как Лидия, Фригия, Галаспонт, Пафлагония, Вифания. Опять же нам известные названия с учебника истории 5 класса об истории Древней Греции. Они, кстати, практически в неизменном виде остались в современной Турции до наших дней. И еще раз подчеркиваю, что история этой губернии, которую мы сегодня рассматриваем, отразилась в современной истории официальной, как история Древней Греции. И это и есть территории всей Древней Греции. А центр этой Древней Греции, как ни странно, территория современной Турции. Так вот, по данным официальной истории, до 1453 года рассматриваемая нами сегодня губерния называлась Византия. После 1453 года, падение так называемой Византии, она стала называться Османской империей. Мы теперь знаем, что название Византия придумано итальянскими историками после падения Константинополя. И реально так никакая страна не называлась. А был лишь город Византий на берегах пролива Босфор, или по нашей реконструкции реки, соединяющей бассейн пресноводных Средиземноморских озер и бассейн пресноводного Черного моря. Так вот, этот город Византий славился наличием питейных заведений. И на тот момент времени слово «византиец» было синонимом слова «пьяница». Вы теперь понимаете, почему итальянские историки после падения так называемой Византии стали называть ее жителей и саму страну таким именем, синонимом слова «пьяница». Так всегда себя ведут победители по отношению к побежденным. Но что это была за победа, мы будем разбираться дальше. А сами же жители так называемой Византии называли себя почему-то румлянами, а эту территорию Рум, то есть Романия. Кстати, название Романия сейчас плотно закрепилось за одним из княжеств, входивших в состав этой губернии под названием Валахи. Ну, вы теперь поняли, что такое Румыния. Обратившись к трудам, опять же, Носовского-Фоменко, мы понимаем, что прочтение названия
происходило и слева направо, и справа налево. По каким законам, это сейчас очень сложно сказать. Но название Рум, Рим обратно читается как мир. То есть жители в кавычках Византии называли себя просто мирянами. Так же, как русские в древности называли себя таким же именем. Миряне, то есть граждане мира. А мир включал в себя большую глобальную метрополию. Пусть она будет Тартария, пусть она будет Русью Яра, либо еще как-то называется, но мы ее называем Тартария, потому что это более официальное название сейчас. Из всего этого мы сделаем вывод, что установить название этой губернии нам не удалось. Не называлась она ни Византией, ни Румом, потому что это обобщенное слово «мир». Поэтому мы выберем в этом фильме ей условное название, чтобы было покороче. Назовем ее просто Порта. Порта – это была как бы кличка Османской империи по месту ее правительства. Как у нас называют Кремль, а в США – Белый дом. Также образовалось и название Порта. Так вот, эту губернию мы с вами для простоты будем дальше называть просто Портой. К слову, и сейчас современная Турция, ее европейская часть называется Румелией, а азиатская часть Анатолией. Теперь перейдем к рассмотрению общественно-политической жизни в самой губернии в 14, 15, 16 веках. Ну, начнем с самого начала. Мы рассматриваем, еще раз говорю, период до удара и потопа. Это была еще уравновешенная жизнь метрополии. Все страны были ее просто губернией. И какие внутренние течения в них возникали, мы и пытаемся с вами понять. Столицей этой губернии, как я уже говорил, был город Царьград. А в самой губернии была очень благоприятная обстановка. В результате хорошего климата, налаженным торговым путям, длительного пути развития, видимо, без войн, спокойной жизни, продуктивной, начался рост благосостояния. И он стал таким, что даже представители первой высшей касты крестьян, от так называемой элиты второй высшей касты управленцев, по материальному положению практически не отличались. У них были такие же каменные дома, фонтаны, статуи. Чему это начало приводить? К пресыщению. То есть произошла ситуация, идентичная современной Западной Европе и Америке. Сложилась ситуация переизбытка. Что происходит с ситуацией переизбытка? Люди требуют, чтобы за них работал кто-то. И тогда это привело к тому, что даже крестьяне начали приглашать на работу так называемых гастарбайтеров с менее развитых пассионарных соседних территорий. И хлынули в эту губернию гастарбайтеры с юга. А на юге мы знаем, что получилось. Пришедшие с юга лемурийцы начали перемешиваться, видимо, с изгоями из Средиземноморской губернии, на юге этой губернии, где-то в районе экваториальной Африки. Ну, соответственно, все они были не представителями трех высших сословий и существовали, видимо, там, опять же, как какие-то группы под управлением, либо в виде родоплеменного строя, либо в виде каких-то зарождающихся княжеств и царств, которые, конечно, центральное правительство Тартарии курировало, но так как они были низкоразвитые, их особо не включали в общественную жизнь, а только потихоньку налаживали в них три высшие касты, чтобы можно было с кем-то вообще там разговаривать. Ну, как бы это ни было, то есть ситуация была аналогичной. Как сегодня из Северной Африки, тогда из Центральной Африки в губернию со столицей Царьград хлынули потоки трудовых мигрантов. Правда, в отличие от современной Европы, которая защищает права мигрантов, пытается быть пассионарной, прогинается как может, наши предки из Порты поступили по-другому. Они их просто сделали рабами и начали продавать друг другу их в виде домашних слуг и сельхозработников. Вот откуда в истории мы знаем про так называемый рабовладельческий строй. Но все мы прекрасно понимаем, что рабовладельческий строй как самостоятельная форма существовать не может. Это непродуктивный строй, раб никогда не хочет работать за еду. А потом, как удерживать меньшинством пассионарное большинство? Это очень ненадолго все будет. А теперь мы понимаем, что рабовладельческий строй существовал как течение в строе демократия. То есть все
три высших касты и, может быть, какая-то часть не входящих в эти касты граждан самой этой губернии со столицей Царьград, Порте, жили при демократии. А все, кто на них работал, жили при рабовладельческом строе. Понятно, что никто не давал никакого гражданства этим гастарбайтерам, не давал им никаких документов. И при той демократии, как мы знаем, как греческой или римской, там вся она складывалась из того, кто имеет право голосовать. Конечно же, они не имели этого права. В общем, примерную картину я вам описал. Это открывает глаза на многие процессы, которые в дальнейшем будут происходить. То есть надо понять, что наши предки относились к гастарбайтерам не как сегодняшние европейцы. И второе, что все-таки строем основным была демократия, а рабовладение это было течение внутри нее. Но что произошло дальше? При таком количестве гастарбайтеров, фактически рабов, элита начала разлагаться. Почему начала разлагаться? Представьте крестьянина в России, который вдруг бы построил каменный дом, потом лег на диван или на печку, а за него поработали узбеки. Так же произошло и там. Крестьянин был уже неотличим от какого-нибудь патриция. Он просто стал простым собственником земли, то есть землевладельцем, на которого работали рабы. А у представителей второго высшего сословия управленцев при таком раскладе возникли, конечно же, свои идеи. Как побольше удержаться у власти. И они начали думать, как бы не случилось так, что на следующих выборах в мэры, пэры их вдруг не выберут. Как эту власть закрепить навсегда? Так что представляете, что они все вместе делали. Пресыщенная бездельная жизнь ведет к деградации. Начинается пьянство, разврат и другого рода извращения. Это все очень хорошо показано в фильме «Ох уж эти веселые греки». До чего довело извращение, вызванное пьянством и пресыщением в Древней Греции, то есть в рассматриваемом нами регионе. И это все по данным официальных историков. Сегодня многое известно о сексуальных предпочтениях жителей древних цивилизаций. Но, пожалуй, больше всего подобных свидетельств оставила после себя Греция, граждан которой отличала невероятная широта взглядов на интимные стороны жизни, даже по меркам сегодняшнего дня. Надо сразу отметить тот факт, что наши современники, очарованные великолепием Афин, философскими дискуссиями, изящными тогами, зачастую неоправданно романтизируют Древнюю Грецию. А ведь, говоря простым языком, это был элитный кишлак, располагавшийся на небольшом пятачке земли размером немногим более Красной площади. Да и времечко, надо сказать, было то еще. Личного друга Перикла, Фидия, посадили за кражу золота, которое он не крал. Аспасию, прекраснейшую из женщин, засмеяли до смерти. Сократа затравили. Так что склочный это был народ, древние греки. А то вы думаете, почему Платон так возненавидел своих современников, и поэтов, и демократов? Почему создал свою пережившую века утопию? Ведь Древняя Греция была настоящим сексуальным раем. Во всяком случае, так может показаться многим нынешним извращенцам. Согласно древнегреческой мифологии, половой член Зевса – это начало всех начал, дар жизни, что и проявилось повсеместном фаллическом культе Эллады. А потому воплощением плодовитости в Древней Греции являлся мужчина. Греки даже специально изготавливали из кожи фаллоимитаторы и продавали их, потому как искренне верили, что женщины завидуют мужчинам, счастливым обладателям полового члена. У древнего грека было все. Он владел собственностью, повелевал рабами. Но у его жены в браке не было никаких прав. Ее отец предлагал приданное или давал выкуп любому мужчине, согласившемуся взять его дочь замуж. Рождение девочек в Древней Греции не поощрялось. Если мальчиков отправляли учиться в частные школы, то девочки так и оставались необразованными. Более того,
Очень часто их продавали владельцам публичных домов и заставляли заниматься уличной проституцией. Здесь надо отметить, что в Древней Греции проституция была частью повседневной жизни. В портовых городах ее вообще занималась большая часть населения. Наличие борделей не осуждалось, напротив, они существовали вполне открыто и пользовались большим спросом. При этом проституция была как женской, так и мужской. Первый одобренный властями публичный дом в Афинах в 550 году до новой эры ввел древнегреческий законодатель Солон. И вскоре официальные бордели появились во всех соседних городах. Именно на деньги, собранные в качестве налогов с публичных домов, Солон построил храм богини Афродиты. Сохранился документ, в коем граждане Афин славят мудрость Солона, потому как, открыв бордель, он дал выход импульсам похоти без угрозы для общественного порядка. Эти развратницы приставали к мужчинам прямо на улицах, открыто демонстрируя свои прелести, а их сандалии отпечатывали на земле недвусмысленную фразу «Следуй за мной». Чтобы привлечь клиента, уличные распутницы также носили яркий и вызывающий макияж. Жизнь Аспасии, прибывшей в Афины из Малоазийского Милета. Очень быстро эта лимитчица стала одной из высокопоставленных проституток города. Но помимо сексуальных способностей, девушка имела невероятные политические амбиции. И вскоре она завладела сердцем законодателя Перикла, из-за чего ученый муж даже развелся со своей женой. В Древней Греции была так называемая сакральная или храмовая проституция, служительницы которой пытались цивилизовать общество посредством любви. Интимное общение с посвященной означало жертвенную отдачу божеству, и праздник изобилия в большом храме Афродиты отмечался как торжество воскресения, а секс при этом должен был способствовать возрождению жизненных сил как в земной, так и в потусторонней жизни. Самым знаменитым мальчиком-проституткой можно считать Федона, который во время Спартано-Илицкой войны был продан в рабство в публичный дом, откуда его позже выкупил Сократ. Молодой юноша стал последователем философа и единственным свидетелем последних часов жизни учителя. Тем не менее, знаменитая лесбийская любовь происходит от названия острова Лесбос на востоке Греции, где в VI веке до новой эры родилась поэтесса Сапфо. Будучи жрицей любви, в своих произведениях она воспевала интимную тягу женщины к женщине. Обычной практикой в Древней Греции было изнасилование. Мужчины рассматривали его как проявление собственного доминирования и приводили в пример самого известного насильника мифологии – бога Зевса, который в обличии лебедя сначала возлюбил юную Леду, а затем в виде золотого дождя отымел красавицу Данаю. Мужчины прятались возле колодцев, и когда женщины подходили туда набрать воды, похотливые греки любили их прямо на месте. При таком устройстве общественной жизни, фактически замене демократии рабовладельческим строем, когда основной продукт труда возникает вследствие именно рабовладельческого строя, а как мы знаем, рабовладельческий строй самый экономически неэффективный, началось обеднение. На фоне ожирения началось обеднение. И те, кто привык жить хорошо, никак не могли согласиться с тем, что придется жить хуже. Продукта стало производиться меньше, соответственно, распределение его опять же уменьшилось. И всем стало не хватать из тех, кто вел праздный образ жизни. А это были и крестьяне, и управленцы. Вот я не пойму, что волхвы делали в тот момент. Но к этому мы еще придем немного дальше. Как я увидел из фильма «Ох уж эти веселые греки», я фактически все понял, что происходило там. А происходило то, что все жирующие завели себе кучу любовниц, которых нужно было содержать. И конкурировали они между друг другом, опять же, этими любовницами. То есть имели весь букет проблем, описанный Фрейдом. А теперь представьте, при упадке экономики, что с ними стало происходить дальше.
при содержании своих семей, плюс любовниц, плюс еще постоянным праздником, который они устраивали. Разумеется, им, управленцам, пришлось деньги где-то искать. А та экономика была другой. Деньги были общественные, принадлежащие всем этим трем высшим кастам. Видимо, эти все деньги складировались в определенном месте. И за это отвечали определенные чиновники. Но это были, опять же, общественные деньги, которые тратились на общественные нужды. Ну и, конечно же, всем, кому стало их не хватать со своих хозяйств, запустили руку в этот общественный карман. А когда запускают руку в общественный карман, кто-то начинает сразу же страдать, до кого эти деньги не доходят. Соответственно, началась коррупция. Отсюда мы и знаем из официальной истории все эти байки про византийскую коррупцию, византийщину и все такое. Ну что ж, они люди как люди. Любят деньги. Ну так это всегда было. Ну легкомысленно, ну что ж. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Интересно, сохранились ли прежние? Наденьте голову. То есть не зря итальянские историки, жителей Порте или этой области, губернии Тартарии, назвали византийцами пьяницами и коррупционерами. Им повезло в одном, что пассионарные гастарбайтеры еще молчали. Видимо, рабов армия хорошо сдерживала. Где-то там в истории осталось восстание рабов, как восстание Спартака или еще в каких-то других моментах. Но Спартак, он был, скорее всего, не гастарбайтер, а просто плененный какой-то военный из соседней губернии. В какой-то междоусобной распри, которые почему-то вдруг уже начали происходить. Ну, смысл не в том. То есть рабы еще молчали. А вот что пыталась сделать метрополия, в которой все-таки имелось древнее благочестие, так называемый ведизм, и оттуда распространялась вся идеология того, как нужно жить правильно. Что бы сделала с метрополия с таким вот зажравшимся и падающим идеологически и морально регионом? Конечно, она вмешалась. Через кого она могла вмешаться? Через волхвов в первую очередь. Но политически. И, скорее всего, тогда за вот этим царем Василевсом и управленцами, выбираемыми из жителей этой губернии, был подставлен надзиратель, надсмотрщик из Тартарии. И назывался он прокуратор. Как мы знаем, по окончанию Тор, это -волф. То есть это волф, служитель или член высшей касты волхвов. Вот этот прокуратор и был поставлен для наведения порядка и приведения людей в нормальный вид. И приведения людей к древнему благочестию. То есть возврату к древним законам Тартарии. Или даже не к законам, их, видимо, никто не переписывал. Просто к исполнению этих законов. Но также в наведении порядка были задействованы и представители элит второго высшего сословия, управленцев. Итак, царем либо председателем стола из 12 был выбран император. Как его зовут, мы увидим с вами позже. И что сделал этот император? Он начал наводить порядок. Каким образом? Идеологически. Он собирал народ на площадях, он проводил с ними работу, внушал, рассказывал, объяснял, показывал. И за ним пошли люди. Они начали трезветь. Ну, трезвеют обычно те, кто не сильно запьянел. В общем, народ его поддержал. Но от проповедей и объяснений нужно было переходить к делу. Сегодня, конечно, мы о его делах конкретных не знаем. К каким делам он должен был перейти? К наказанию виновных. К наказанию наиболее зажравшихся воров, коррупционеров. Но мы об этом не знаем. Мы знаем об одном. О том, как он выгнал, менял из храма.
как говорили Носовский и Фоменко в своей работе «Русь и Рим», выгнать менял из храма – это все равно, что закрыть банки и обменные пункты. И это мог сделать только наделенный властью человек. А почему же он их выгнал? Да потому что судный процент даже в современном православии и католицизме считается грехом. Не считается он, как мы говорили, только в лютеранстве, то есть в протестантстве, кальвинизме. Там он исключен из этой категории. То есть он просто исполнял закон и идеологию митрополии. Представляете, какую волну недовольства вызвала деятельность этого царя в среде элит второго высшего сословия, привыкших пресыщенно жить. И второе, он очень сильно помешал банкирам, как мы теперь понимаем. Но на тот момент у него уже была большая группа идеологической поддержки. Очень было много сторонников. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте отзывы. До свидания. С вами был Олег Павлюченко.